зарегистрируйтесь. Как поликлиника. Идет ли Мария Сергеевна? Фамилия, имя, отчество? Мария Сергеевна. Анна Ивановна Юрьевна. Спасибо. Прямо направо на вас. Чудовищные последствия внедрения условной нравственности народа. Восприятие нравственности как относительной, а не абсолютной категории создает потенциал для всевозможных конфликтов, в том числе и вооруженных. Вместе с тем, умение отличать добро от зла – это то нравственное чувство, которое наделен исключительно человек. Сегодня на нашей конференции мы и обсудим нравственные основы в различной сферы жизни каждого человека. Открыть нашу конференцию мы просим владыку Иоанна, епископа Клочевского и Палацовского, просим вас, ваше преосвященство. Добрый день, уважаемые участники нашего этапа, благочинческого или городского этапа рождественских чтений, тема которых в этом году обозначена как «Нравственные ценности будущего человечества». Ну, эти темы, которые мы предложили, так и соорганизаторы этих чтений, нам предлагаются из Москвы, ежегодно они разные. В этом году вот такая тема выбрана, и, видимо, те, кто предлагал, они подразумевают, что каким-то образом нравственные ценности или их отсутствие связаны с будущим человечеством. Я, в первую очередь, хочу вас поблагодарить за приглашение, за участие, возможность здесь побывать, ну, потому что вот за 4 года своего пребывания здесь, в Волжском, на кафедре, я впервые здесь, в медицинском учебном учреждении. Вот, хотя, вот, может быть, как говорится, чтобы чуть-чуть аудиторию к себе расположить, у меня первое образование было почти такое. Я закончил 4,5 курса медицинского института, но потом он стал называться академией. Но, по крайней мере, курс, который проходится здесь, в колледже, значит, я прошел. То есть, соответственно, даже фельдшерский, если 4 буду считать. Вот. Я ушел с 5 курса. Ну, ушел, конечно, там по своим причинам. У меня все родственники врачи, родители врачи, старшая сестра врач. Вот, поэтому вот те знания, которые, наверное, здесь вы приобретаете, в свое время я их тоже приобретал, но это мне не помешало, а помогло, ну, приобрести, может, еще какие-то знания. В свое время вот, нужно было делать выбор, потому что миллионы врачей готовились, а было мало священников, когда нужны были священники, там, 25-26 лет назад. Вот мне пришлось сделать такой выбор. Вот. Я для чего это говорю? Ну, чтобы как немножко вот эту дистанцию, может быть, которая есть между священнослужителями и представителями врачебного сословия, а других как-то немножко ее убрать,
И сказать, что у нас, в общем-то, ну, и бывают и общие знания, и общие проблемы, которые стоят перед нами. Действительно, вот, ну, я специально сказал, не готов, просто какие мысли приходят в голову. Сейчас скажу. Вчера наш патриарх праздновал 70 лет. Я вчера открыл интернет, как делают многие молодые люди. И многие новостные каналы стали цитировать патриарха. Патриарх говорит о конце света. Патриарх предупреждает о конце света. А там из контекста взяли его фразу, действительно, давно от патриарха такого не было слышно, чтобы он вдруг сказал, что сейчас только слепой не видит, что мы идем, приближаемся к концу света. И он призвал некоторых людей, особенно представителей творческой интеллигенции, не ускорять этот процесс, да, своими действиями. Почему речь зашла об этом? Потому что, согласно христианской вере, конец света наступит именно тогда, когда исчезнут основные базовые нравственные ценности, которые есть у человечества. Вот у нас источник, допустим, вот Евангелие, да, то, что слова Иисуса Христа, там говорится о том, что вот эти вот времена страшные придут, когда оскудеет любовь. Вот любовь, сострадание, взаимопомощь – это вот такие базовые нравственные ценности, которые особенно ценятся и среди врачебного сословия. Вот они как раз исчезнут в последние времена, когда оскудеет любовь у многих. Там даже говорятся такие страшные слова, когда восстанут дети на родителей. С другой стороны, вот Христос говорил, что высшая ценность любви – это когда кто может свою душу положить за других. Ну, конкретный пример. Мы сейчас вот честным воинов. Я сейчас приехал с Краснослободска, служил на месте переправы, где как раз-таки переправлялись воины на тот берег, вступали в бой. Позавчера в Калаче были, знаете, события, там, начало контрнаступления после Ленинграда, тоже события. Сейчас как-то вот, ну, в том числе и власть заботилась, чтобы люди вспоминали вот эти вот вещи. И, ну, как бы это все у нас воспроизводились, вот эти ценности, которые у нас были в свое время, там, какое-то время общепринятыми. Вот. Но вот эти вот слова, что приближается конец света, несколько дней назад я услышал от нашего митрополита Германа, после того, как я ему рассказал тоже один эпизод, подчеркнут из интернета. Я заметка из британской газеты Daily Mail. 27 лет учитель математики в одной из английских школ на уроке математики задал задачку своим ученикам. Ну, класс у него, наверное, по нашему где-то 6-й. 12-13 лет. На одной парте две девочки удачно решили задачу. Он их похвалил. Сказал, ну молодцы, девочки. Ну, по-английски это, по-моему, best for you, girls, что-то примерно так звучит. Вот. Одна из этих девочек обиделась, что ее назвали девочкой. 12-летняя. Пришла домой и рассказала родителям, что ее назвали девочкой. Родители пришли в школу, устроили скандал. Почему его назвали девочкой? Ну, он берет перед собой девочку, он ее назвал девочкой. Оказывается, нужно было спросить. Значит, оказывается, она с 8 лет считает себя мальчиком. Родители поддерживают это ее мнение. А он говорит, ну я не могу, видя девочку, называть ее он. Он, значит, этот учитель, ну, оказывается, он христианин. Он потом говорит, ну это вообще. Вообще, хотя называется маразм по-английски. Вот, а что дальше происходит? Его увольняют. Значит, 27-летнего учителя с работы, ну, он там куда-то заявляет. Статья Daily Mail, конечно, в общем, еще придерживается, видимо, авторы, ну, определенных базовых нравственных ценностей, они удивляются этому, выражают сочувствие. Вот, и приводят слова в конце статьи человека пожилого, который был сотрудник и сподвижник известной железной леди Маргарет Тэтчер, да, которая много в свое время сделала, приложила усилий к развалу Советского Союза, но у нее были все равно какие-то базовые свои нравственные ценности, как у леди. Вот. И он называет то, что происходит, сумасшедшим миром. Mad World, он говорит, вокруг творится. Что это такое? Вот. Так вот, мы говорим о том, что в нашем... И когда я этот случай рассказал на совете митрополии 3 дня назад, 4 дня,
вот рядом Владимир Герман, которому 80 лет, он говорит, да, говорит, приближается конец света. Вчера, открывая интернет, патриарх тоже самое сказал. Вот такие у нас совпадения в жизни. Действительно, вот, то, что, над чем мы смеялись несколько лет назад, мы тоже смеялись, у нас вызывало какую-то улыбку недоверия, разве такое может быть? Сейчас это становится какой-то уже тенденцией господствующей, как говорят, трендом в западном секулярном мире. И вот об этом надо и говорить. Об этом надо говорить, какие вот, ну, опять говоря, современный язык вызовы есть сейчас перед нами. Вот, когда происходят огромные какие-то глобальные изменения, изменения, какие-то подвижки в сознании, какой-то идет отказ от здравого смысла. И мы говорим, не говорим о каких-то от святости, от каких-то высоких материй. Мы говорим, что идет какой-то отказ вообще от здравого смысла. Вот этот человек, которого я сказал, подвижник Маргарет Тэтчер, это вообще идет отказ от биологии, фактически, отказ от биологии. Ну как, видя лицо женского пола, нельзя называть лицом женского пола. Что это такое? Вот. И это реальность наших дней. Вот поэтому я хотел бы, чтобы вот эти вещи тоже, как говорится, мы не закрывали глаза на то, что происходит в нашем мире. Может быть, ценили бы то, что у нас этого еще нет, и думали, как бы нам сохранить вот эти вот нравственные ценности, которые мы имеем. Желаю успеха в работе конференции. Спасибо. Здравствуйте, уважаемое доброе собрание, уважаемые ребята, уважаемые почетные гости. Я очень рада тому, что вообще такое собрание случилось. У нас есть партийный проект, называется он «Здоровое будущее». И в рамках этого проекта Александр Геннадьевич Филиппов очень много работает с людьми, с молодежью, рассказывая вот не только про здоровье физическое, но и про здоровье нравственное. И сегодня тема, она очень злободневна. Безусловно, мы живем свою жизнь каждый столько, сколько Бог отвел. Но до конца своих дней мы думаем, а правильно ли я поступаю, а нравственно ли я поступаю. И иногда вот в определенном возрасте мы начинаем переосмысливать свои поступки, которые мы когда-то совершили, и приходим к выводу, а оказывается, я, наверное, все-таки когда-то поступил неправильно. И вот в связи с этим разговор о том, что хорошо, что плохо, что нравственно, что безнравственно, он всегда вызывает уважение. Он всегда важен, потому что в этот момент ты заглядываешь внутрь себя, а ты соизмеряешь свои чувства, свое поведение с тем, а что же думают об этом окружающие люди. И тема сегодняшней конференции, она важна для каждого, присутствующего молодого человека, молодой женщины, девушки, для нас, тех, кто уже считает себя не совсем молодыми в этой жизни. В партии «Единая Россия» есть такое направление, тенденция, желание поговорить с женщинами и донести им несколько нравственных ценностей, нравственных понятий. И вместе с церковью мы это делаем. Конференция сегодня пройдет успешно, удачно. И я желаю, чтобы каждый присутствующий здесь уже будет любой. Кафедры психологии и физической культуры Волжского филиала Волгоградского государственного университета. Тема очень интересная. Когда я сказала, что буду открывать данное собрание, углубилась, хотя тема мне актуальна, я сама проводила дисциплинников. И, в общем-то, постараюсь, насколько это можно быть кратко, но как раз вот через жизненные ценности, насколько актуально быть нравственным в современное время. И в каком обществе мы предпочитаем это интересно, и которое выбирает быть порядочными.
Что значит быть нравственным человеком? Ну вот, например, в качестве общей формулы можно принять следующее. Нравственно то, что делает человек. Сознание человека прежде всего нравственных, духовно-нравственных установок, принципов, критериев эффективного решения других социальных проблем без преодоления его нравственного кризиса. Запредельная коррупция нашего общества является одновременно его следствиями и проявлениями. Современные престарелыми родителями, детьми фиксируются в каждой четвертой семье. 12% России насчитывается около 50 тысяч несовершеннолетних заключенных, что примерно в 3 раза больше. Проявлением чего является многочисленная аддикция, но вы знаете, что зависимость пытается говорить, что нельзя коснуться такой важной темы, как нравственность. В современном мире, к сожалению, стало проще, может даже пресечь инвалида, наличие которой свидетельствует о психическом здоровье. Снижение нравственности считают книгами, и подобных показателей. Более того, специфической ценностью становится подсчет их лона цивилизации, воспринимая это как ограничение их свободы. Несмотря на то, что в нашей стране есть хорошо знающие основные принципы морали, нравственности, понимающих социальный смысл, но не соблюдающие эти принципы из-за своей интеллектуального, образовательного уровня, не понимающие смысла нравственных норм и необходимости их соблюдения особо хотят. Итак, так что ж такое категория нравственности? Вот определение нравственности здесь. Ну, мы привыкли, что нравственное – это что-то в своих действиях доброе и благое. Безнравственное – это нехорошее, непорядочность и человечность. Нравственность гораздо глубже морали, поскольку исходит не из формального закона, а из самой совести и воли человека. Вот такой вопрос, да, зачем нужна нравственность? И очень часто, в общем-то, обычные люди относятся к нравственности как к забору. Пусть будет, пока не мешает. Сами вспоминаем о нравственности, когда кто-то нарушает наши нормы. При малой осознанности человек может делать дурные дела и не считать себя безнравственным. Ровно потому, что не видит или не задумывается о том, что он делает. Что нравственно, а что нет, определить бывает очень непросто. Например, давать в долг. Нравственно или безнравственно, доброе дело или нет, секс до брака допустимо или безнравственно, может ли мужчина иметь 4 жены. В разных культурах и в разное время эти вопросы решаются очень по-разному. Одна из позиций подсказывает человеку формулу нравственности, типа «добро – это то, что хорошо для меня». А все важнейшую роль в ситуациях выбора – определение своих целей и путей достижения желаемого. Нравственность выполняет функцию разделения между хорошо и плохо в контексте конкретных ситуаций. Например, плохо бить другого человека, да, но если другой человек сам нападает, можно защититься, это норма. Но что происходит с человеком, если внутри нет никаких ценностей и норм, а значит нет ориентиров в жизни, что плохо, а что хорошо? Ценность, да, и за долгую историю существования человеческого общества выработаны основополагающие общечеловеческие ценности и нормы нравственного поведения. В обществе всегда ценились и ценятся доброта, верность, честность. Обладают духовные ценности, например, взаимоподдержка, доброта, честность, радость общения друг с другом, потребность отдавать, а не брать, то вряд ли ребенок в будущем почувствует себя одиноким и обездоленным. Сформированная в детстве привычка получать удовольствие от общения с природой, музыкой, произведениями искусства и хорошей книгой позволит молодым людям выстоять и принять правильные решения в самых сложных жизненных ситуациях. Ценности в жизни человека являются основой для выбора целей и способов условий деятельности. В качестве примера интересны результаты исследования жизненных ценностей. И опять же интересно, что среди ответов на вопрос, какое общество вы хотели бы построить в России, можно было выбрать не более 2 одновременно ответов. И, в общем-то, лидирующим вы видите оказались общество личной свободы бизнеса, общество социальной справедливости, общество правды и добра, как раз и выражающих 3 базовых российских менталитета. Ну и, в общем-то, рассмотрен, опять же мы видим, что, к сожалению, общество веры, любви к ближним находится не внизу, и, в общем-то, что, то, что радует общество потребителя, потребления и комфорта, на последнем месте.
Рассмотренные результаты исследований приводят нас к выводу, что системообразующим фактором работы с молодежью, школьниками, студентами должно стать духовно-нравственное воспитание. Без основополагающих возвышенных ценностей, нравственного идеала, развитие личности и групп, общества просто невозможно. В связи с этим становится актуальная задача формирования нравственности как категории жизненных ценностей, ориентиров жизни и поведения современной молодежи, как особой демографической группы общества. От того, какие интересы, взгляды, ценности преобладают в молодежной среде, зависит дальнейшее социально-экономическое, политическое и культурное развитие общества и государства в целом. Спасибо за внимание. Желаю всем быть порядочными, нравственными, и тогда нам будет приятнее, счастливее жить в нашем обществе. Спасибо. Следующая тема нашей конференции – «Биоэтика и жизнь современной семьи. Духовные и медицинские аспекты». Ирей Федор Лукьянов, консультант пресс-службы Патриарха Московской Руси по биоэтике, исполнительный директор Гиппократовского медицинского форума. Уважаемые коллеги, дорогие отцы, братья и сестры, благодарю вас за возможность выступить на конференции, посвященной теме рождественских чтений «Нравственные ценности и будущее человечества». Также хочу сказать, что я представляю здесь Всемирный Русский Народный Собор. Эта организация была создана в мае 1993 года. Рождение этой организации было трудный период для нашей истории. Но одним из ее вдохновителей и духовным, в общем, вождем ее стал митрополит Смоленский, в то время Калининградский, ныне глава Всемирного Русского Народного Собора, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В президиум и совет Всемирного Русского Народного Собора входят известные российские политики, общественные деятели, представители мира, в общем, мира науки, культуры, образования. В 2001 году в соборе принял участие президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. 21 июля 2005 года нашему собору был предоставлен специальный консультативный статус при Организации Объединенных Наций. Тогда же было создано представительство ВРНС при ООН. И вот по благословению Святейшего Патриарха во исполнении дорожной карты собора на встрече с бюро президиума Всемирного Русского Народного Собора была утверждена рабочая группа собора по здравоохранению и защите жизни. В докладе на открытии 20-го собора Святейший сказал: «Мы полагаем, что сегодня не может сниматься с повестки дня проблема бесчеловечного отношения к нерожденным детям, влекущего за собой массовые аборты, разрушение института семьи, эрозию базисных нравственных ценностей». Также на встрече с бюро президиума Святейший Владыка подчеркнул, что необходимо наращивать присутствие в регионах, не ослаблять работу в этом направлении и особенно, подчеркнул, сказал он, разворачивать работу среди молодежи. Сегодня тема защиты детей на внутриутробной стадии развития должна выйти на принципиально иной уровень, перейти в профессиональное медицинское и правовое поле. И вот здесь как раз, согласно благословению Святейшего, роль Всемирного Русского Народного Собора стать консолидирующим центром, общественным ориентиром для всех конструктивных сил в нашем обществе, понимающих масштаб и значение этой проблемы для будущего нашего Отечества. Хотелось бы отметить, что Святейший Патриарх уделяет особое внимание наличию в наших епархиях полноценных центров защиты материнства, центров для женщин с кризисной беременностью. Хотел бы выразить признательность, что вот в епархии Владыка, которая образована сравнительно недавно, тем не менее есть коллектив единомышленников, которые вдохновляются вот священником Алексеем Тарасовым, ведущим профессиональную работу по профилактике абортов. И наличие такого коллектива, оно очень важно в условиях развития подобных центров. Не в каждой епархии есть такие люди, энтузиасты своего дела, которых мы знаем давно уже, как вот ветеранов борьбы за жизнь. И хотел бы с признательностью отметить неизменную готовность к конструктивному диалогу и взаимодействию, которое Русская Православная Церковь встречает среди медицинского и юридического сообщества. Хотелось бы напомнить, что именно под крылом христианства
возникали первые научные школы в Европе. Работали великие медики, юристы, ученые. Больше того, у церкви и науки здесь было большое поле для совместных действий. Кстати, ведь научные исследования, в том числе и профессиональные медицинские исследования, возникли как противовес оккультизму, шарлатанству, лженауке и вытекавшим из них плачевным последствиям для народа. Кстати, вот в этом церковь и наука совершенно едины. И именно оккультное, магическое понимание мира, кстати, отрицает добро и зло, ставит на алтарь относительности базовые основы морали и нравственности. Не зря многочисленные секты средневековые, катаров, гностиков, богомилов, они отличались крайней моральной распущенностью и неприкрытым пренебрежением к образу Божию в человеке, его высокому достоинству. Именно в магии использование человеческих эмбрионов было частью оккультных ритуалов, а создание человека в пробирке было одной из целей средневековой алхимии. Идеи этой бесчеловечной оккультной системы живы поныне. И церковь, и наука, настоящая наука, всегда были объектом атаки этой системы. И вот, говоря о нашей теме, которую сегодня я, значит, озвучил, как семья и роль в семейной жизни биоэтики и духовно-медицинские аспекты, хотелось бы, особенно уже переходя с формального языка на студенческий, хотелось бы обратиться вот ко всем присутствующим, особенно будущим акушерам. Мы должны с вами понимать подлинные законы, которые действуют в семье. Для того, чтобы родители были не только неким ограничителем для ребенка, но источником подлинных для него знаний о мире, в том числе и знаний о биоэтике. Ну, у нас ведь есть разделение властей в государстве. Есть власть законодательная, есть власть исполнительная, есть судебная. Вот оказывается, в семье тоже есть разделение властей. Вот, и муж и жена об этом тоже должны знать. Муж в каком-то смысле приближен законодатель в семье, а жена исполнитель в семье. Мы с вами это тоже должны понимать. И действительно, когда эти функции начинают меняться, мы понимаем, что что-то происходит не то, когда мужчина, например, не принимает важных решений, которые требуют твердости, определенности и так далее. А дети смотрят и учатся на этом примере. Отец также в семье, конечно, должен определять нормы для ребенка, отношения к новым членам семьи, к тем детям, которые должны появиться. Ну вот беременная мама ходит, да, а как папа рассказывает детям, кто придет в их семью, да, и рассказывает ли вообще об этом. Вот об этом тоже обязательно должен, особенно должен роль отца здесь, не следует ее преуменьшать. То есть этика отношения к зарождению новой жизни. Родители должны готовить детей к принятию новых членов семьи. Что такое семейный уклад? Утро, день и вечер. Три периода времени, вечернее время, оно действительно похоже на конец света, про который Владыка сегодня сказал. Ведь действительно приходит Отец вечером. Как Господь приходит в мир в конце света, так и Отец раздает награды, наказывает детей, начинает судить, да, и вершить судьбу своих маленьких прихожан домашних. Ведь действительно так, мы даже в этом дне имеем образ нашей всей человеческой истории. Акушерство призвано спасать ребенка. Мы с вами, коллеги, думающие люди, особенно студенты, они просто обязаны, особенно экзамены, должны быть точно совершенно думающими людьми. Поэтому, конечно же, мы должны помнить, что сегодня вот жизнь ребенка с точки зрения биологии, международного права, просто элементарной человеческой этики, это священное понятие. И этого мнения придерживаются не только церковь. Вероника Игоревна Скворцова не раз озвучила, что аборт, убийство, это убийство ребенка, что это грех. Вот. И наши потому совместные программы церкви и Министерства здравоохранения касаются профилактики вот этого явления. С чем придется столкнуться вам, будущим акушерам, можно сказать, привратникам жизни человеческой? Ну, во-первых, скажем так, что в
Москве, по крайней мере, увеличивается количество домашних родов, как явление само по себе. То есть вам придется и с этим тоже взаимодействовать. Рассказывают вам про них, не рассказывают. Но сегодня во многих очень дорогих клиниках в Москве роды за очень большие деньги приближены к домашним родам. Понимаете, в чем дело? То есть там практически нет какого-то инвазивного вмешательства, допускается присутствие отца. Фактически это не палата, но комната, в которой проходит домашний род. И акушерка, естественно, не производится стимуляция родов. Акушерка фактически проводит все время практически вот с роженицей. Очень похоже на домашние роды, просто в медицинской обстановке. Такое явление тоже присутствует. Также хотел бы, уже завершая свой доклад, сказать о трех мифах, которые есть в отношении абортов. Сегодня, надо сказать, во-первых, миф – это то, что, ну, скажем так, что число их в нашей стране снижается. К сожалению, имеющаяся статистика отражает лишь ситуацию в основном в государственных клиниках, не учитывает медикаментозные аборты. Все здесь современные молодые люди, девушки, зайдите в интернет и посмотрите, сколько в год делается запросов по слову «аборт». Отметем различные дублирования прошлых. Знаете, сколько делается там запросов? 4,5 миллиона в год раз в Яндексе, это только в Яндексе запрашивают по аборту. Понятно, что мы можем убрать хотя бы 2 миллиона, да, на повторное дублирование, на другие запросы. И тем не менее, цифры ужасают. Но этой статистики, к сожалению, полной статистики сегодня нет. Об этом сегодня говорят и официальные лица. Тем не менее, значит, и так статистика не полная. Следующий миф – это то, что серьезное ограничение абортов в стране повлечет за собой рост, вот это прямо вообще часто очень используется, так называемых криминальных абортов и как следствие материнской смертности. Что такое криминальный аборт? Это, во-первых, незаконный, во-вторых, внебольничный аборт. А вопрос такой, хорошо, а куда пойдет, тут мы здесь профессиональная аудитория, а куда пойдет женщина делать неофициальный аборт? Скажите, пожалуйста, к мифической бабке, которую нас все пугают, сейчас женщины пойдут к бабкам. Скажите, а что это за загадочные бабки, которых должно быть дикое количество, они должны обладать навыками Джеймса Бонда, чтобы прятаться от полиции, и при этом не забывать рекламировать свои услуги. Ведь заметим, что это не бесплатные услуги, даже криминальный аборт. Понятно, что не к бабке такой человек пойдет, такая женщина. Она пойдет все же тому же человеку с медицинским образованием и с тем же оборудованием, скажем так, но неофициально. И думаю, что вы все знаете ответ. И простите, где рост смертности, если условия не будут отличаться от условий обычного стационара? Опыт Чили, где существует серьезное ограничение абортов, и опубликованные исследования доктора Эдварда Коха и его коллег, уникально тем, что опирается на целиком полные статистические данные по целому государству, позволяет сделать вывод о недостоверности аргументов в пользу свободы абортов, основаны на предположении о том, что запрет абортов или ограничение серьезных абортов приводит к росту материнской смертности. Чилийские данные, посмотрите сами в интернет, у нас есть очень хорошая книга «Достоинства и права ребенка на пренатальной стадии развития», это один из ведущих юристов России, Понкин Игорь, вот, «Конституционно-правовой, медико-правовой и биоэтический анализ». Посмотрите, там приводятся аргументы. Действительно, статистика говорит нам, чилийская статистика говорит нам о другом, о том, что не повысилась материнская смертность, а вообще в относительных показателях доля абортов упала. И, наконец, третий миф, наверное, сегодня чаще всего используется, о том, что необходимо достаточно повысить уровень жизни, и количество детей увеличится. Вот европейская статистика говорит об обратном. Какая сегодня рождаемость в Европе? 1,3, это в среднем так. 1,8 максимум, 1,3 в среднем. Это при уровне жизни в Швейцарии, при уровне жизни во Франции. Опять же подчеркнем, что это в традиционных европейских семьях. В семьях мигрантов, наоборот, 8,1.
они не стесняются то, что у них уровень ниже, а рожают детей. И мы знаем, что к 50-м годам прогнозируется примерно 50% населения Европы уже потомки мигрантов. Итак, конечно, существующий на сегодня уровень защиты нерожденных детей на правовом уровне, он не соответствует тому, что даже в международной практике есть. Поэтому здесь будет проводиться широкая работа. Ну и завершая свое выступление, я бы хотел также обратиться к вам с некоторой озабоченностью, которая сегодня вызывает, в том числе и у Русской Православной Церкви, некоторые репродуктивные технологии, которые вторгаются в Божий замысел о человеке, разрушают человеческое достоинство и ценность человеческих отношений. Так, например, нравственное сознание не может примириться с так называемым суррогатным материнством, которое превращает детей из женщин в предмет коммерческой или некоммерческой сделки, извращая само понятие матери, тайны семейных отношений, святости этих отношений. Сегодня у медицинского сообщества, я подчеркиваю, у медицинского сообщества, профессионального, а не у нас, не только у церковных, не представителей церкви, есть очень много вопросов в процедуре экстракорпорального оплодотворения. Во-первых, нет независимой общедоступной статистики о сложении после ЭКО. Статистика, публикуемая профильными центрами ЭКО, конечно, не может учитываться в силу субъективности. Гормональная гиперстимуляция женщин и, как следствие, риски онкологии и других заболеваний, об этом тоже, к сожалению, не дается объективных публикаций. В связи с этим также настороженность, согласно данным Союза педиатров России, в том числе Александра Александровича Баранова, также вызывают данные Союза педиатров о большом проценте врожденных пороков развития и инвалидности среди ЭКО-детей. До 70% деток, рожденных с помощью ЭКО, имеют инвалидность. Есть об этом справка официальная, и можно будет после нашей встречи у отца Алексея Тарасова, его телефон дам, ознакомиться, получить эту справку. Итак, также эксперты высказывают озабоченность угрозы угасания продуктивной функции ЭКО-детей и их потомства. Но это требует еще доказательства. Хотелось бы выразить надежду, что результатом подобных встреч станет личная ответственность вас, как будущих хранителей жизни новорожденных детей, профессии, которую, в общем-то, трудно переоценить. Еще раз хотел бы сердечно поблагодарить Владыку, уважаемую администрацию, всех присутствующих за внимание, пожелать крепости, сил, плодотворной дискуссии и уверен, что наша нынешняя встреча поможет развитию диалога между церковью, медициной, государственной властью, обществом, координации совместных усилий во благо нашего Отечества. Ну и в конце, в качестве такого, скажем, небольшой такой паузы, хотелось бы предложить вашему вниманию несколько 30-секундных клипов, роликов, которые были сняты под эгидой нашей программы Всемирного Русского Народного Собора в защиту жизни нерожденных детей и в защиту традиционной многодетной семьи. Пожалуйста. Я же тебе сказала, люблю. Да что ты знаешь о любви? Ты еще молодая и глупая. Избавься от него. Мам, ты не понимаешь. Я твои ошибки не повторю. Я его сохраню. Это мой малыш. Счастье не планируется.
Мы посчитали наши расходы и доходы. Дело в том, что мы запланировали только одного из вас. Андрей, останься. А вы уходите? Мам, остановись! Не делай этого! Не убивайте свое будущее! Мероприятие в рамках ПК города, но надеемся, что оно пойдет дальше и будет это уже традицией, потому что впервые, может быть, за последнее время мы поднимаем вопросы нравственности, жизненных ценностей, духовно-нравственных ориентиров, что очень важно услышать для молодежи. Так как здесь в основном публика – это студенты медицинского колледжа, также гости, вот, к счастью, проходит это все под епархией Калачевской епархии, и, в общем-то, присутствуют здесь представители здравоохранения. Также я рассматривала данную проблему с точки зрения психологии, потому что формирование социально-нравственных эталонов еще идет из семьи, и очень важно, насколько родители понимают важность данной проблемы, насколько понимают молодежь, потому что в каком обществе нам жить, безопасным, наверное, все хотят, а как раз безопасное общество – это общество высоконравственное. Вот как раз задумываться о том, что такое хорошо, что такое плохо, нужно с самого детства. И это задача родителей. Мой доклад назывался «Нравственность как категория, определяющая жизненные ценности». Конечно, жизненные ценности в обществе, они схожи. Все хотят быть счастливыми, здоровыми, любить, быть любимыми, иметь хорошую работу и так далее. И вот как раз жизненные ценности являются тем ориентиром, который и отвечает за нравственность человека. К сожалению, в последнее время нравственность как сущность, понятие не, ну скажем, очень сильно видоизменилось, потому что нравственностью по нравственности понимают то, что плохо мне, значит, это безнравственно. Что мне хорошо, значит, это нравственно. Но это, конечно же, не так. И я приводила данные статистики, где говорится о жестокости родителей, о том, что каждая четвертая семья – это жестокое обращение с родителями, это побои в семье, жены, дети, это, в общем-то, беспризорники, это дети, которые идут в детские дома, в учреждения закрытого типа. Конечно, этот вопрос надо поднимать здесь и теперь и, в общем-то, нести в массы, потому что как раз молодежь – это наше будущее завтра. Если оно задумается о том, что нравственность – это основа жизни, духовно-нравственный ориентир – это важно. Вот это наше счастье, это наша культура, это наш социально-экономический успех и так далее. Я даже удивилась, что ребята очень внимательно слушали. Потому что, с одной стороны, мы говорим о прописных истинах, о которых, в общем-то, и не надо говорить, все знают. Но повсеместный мат, это хамское отношение в обществе и так далее, у нас стало нормой жизни. И сегодня, когда мы говорили о нравственных ориентирах, молодежь, в общем-то, внимательно слушала. И действительно, если даже каждый второй, каждый третий задумается, как я спрашивала, нравственны ли вы, порядочный ли вы человек, порядочны ли люди, которые вас окружают и так далее. И если даже об этом задумалась сегодня молодежь, то это уже большой шаг вперед. Это начало большой работы, начало мероприятий в данном направлении. В общем-то, надеемся, что это будет хорошей традицией и пойдем с этим дальше. Безусловно, нужны, и у нас как раз через несколько дней будет в нашем вузе уже, в Волжском филиале Волгоградского государственного университета, круглый стол, также посвящен данной теме «Нравственность молодежи». И опять же будут приглашены студенты, то, что это однозначно полезное мероприятие, однозначно об этом надо говорить, учить, но не только на круглых столах конференции, а какие-то конкретные мероприятия, привлекать, например, тех же студентов в детские дома, в закрытые учреждения, говорить о том, что они могут привнести, нести добро, да, и своим примером, в общем-то, чтобы молодежь на нас равнялась, привлекать различные мероприятия на доброе дело, в общем-то, конечно, полезно. Называется доабортное консультирование. Но профессор Добряков, один из авторов перинатальной психологии, он предложил все-таки
называть данную деятельность не доабортное консультирование, а консультирование женщин в состоянии репродуктивного выбора. Потому что, сами понимаете, как бы доабортное – это вот нет выбора. Репродуктивный выбор, вроде бы все-таки есть выбор. Поэтому, да, на моих журналах везде все написано «Консультация женщин в ситуации репродуктивного выбора». Вот. И получилось так, что когда я пошла, ну вот небольшое, маленькое прям отступление, появилась моя специальность в женской консультации, мне стало очень интересно перинатальная психология. В Ростове одна из преподавателей по перинатальной психологии, она рассказала нам такой случай, что ее коллега защищала диссертацию по грудному вскармливанию. И вот знаете, да, что есть реклама, есть антиреклама. Вот как вот, что такое хорошо, что такое плохо. Нельзя говорить о хорошо, если не задеть действительно, что такое еще и плохо. Поэтому она пошла с обратной стороны и стала поднимать все архивные истории самых знаменитых маньяков. Я иногда даже на школе девочкам говорю, вы знаете, говорю, выяснилось, что ни одного маньяка мама грудью не кормила. Вот это в защиту грудного вскармливания. Но свое выступление я хочу все-таки предложить на тему семья и нравственные ценности семьи. Ой, простите. Как и большинство выступающих, я тоже на данную тему заглянула в интернет и увидела, что любую тему, когда набираешь, есть первая графа – картинки. И вот такие картинки замечательные мне попались. Если вы все посмотрите на них, то увидите очень много общего у всех этих картинок. Да? Семья. Семья – понятие, имеющее особый смысл для каждого из нас. Семья – это самые близкие, дорогие нам люди, любящие нас, заботящиеся о нас. Это они радуются нашим победам и огорчаются из-за неудач. Их внимание и забота помогают нам. Семья – это счастье, любовь и удача. Семья – это летом поездки на дачу. Семья – это праздник, семейные даты. Подарки, покупки, приятные траты. Рождение детей, первый шаг, первый лепет. Мечты о хорошем, волнение и трепет. Семья – это труд, друг о друге забота. Семья – это много домашней работы. Семья – это важно, семья – это сложно. Но счастливо жить одному невозможно. Семья представляет собой частный микромир личности, характеризующий интимность чувств и эмоций. Духовность обеспечивает целостность и полноту семейных отношений. Именно в семье конечной целью всех процессов является воспитание личности, обретение индивидуального нравственного стержня, морально-этическое становление индивида. Семья формирует духовную сферу человека, развивает его добродетели, приобщает к миру культуры. В разные времена, независимо от экономических и политических изменений, законы построения семьи были едины для всех стран и народов. Жена должна была безупречно вести дом, воспитывать детей. Муж заботится о них своим трудом, обеспечивая семейный быт. Муж в семье – прежде всего защитник своего дома и целостности семьи. На мужчину издревле возложена обязанность обеспечить свою семью всем необходимым для жизни. На женских плечах всегда лежала вся домашняя работа, а также уход за детьми и стариками. Особенности женской природы вовсе не в том, что она в состоянии выполнить любую работу, ибо в женской натуре можно найти много мужских качеств, хотя, конечно, в иных пропорциях. Бог сотворил женщину совершенной, со своими талантами, задачами и обязанностями. Сотворить и выносить в себе нового человека, дать ему жизнь, выпестовать и взрастить его с любовью, научить любить. Мужчина нуждается в женщине. При ее поддержке он вырастает в свою истинную меру. Именно женщина способствует расцвету его жизненных сил.
его способностей. Лишь бы она обрела рядом с ним свое место, место помощника. И тогда для них все возможно. Духовная роль жены, матери в семейном организме, гораздо важнее любого финансового подспорья, которое она может доставить. Жена, которая рвется к материальному благополучию и даже избытку, не может рассчитывать на искреннюю любовь мужа. Такая жена убивает у мужа желание сделать что-то хорошее не только для нее, но и для дома. Выдающийся педагог Сухомлинский говорил: «Вступая в брак, юноша и девушка во многих случаях не имеют понятия о той сложности культуры взаимоотношений, которые требует жизнь в браке. Им надо глубоко осмыслить, почувствовать, что жизнь в браке изо дня в день вместе, в одной комнате, не в счастливые часы свидания, а всю жизнь – это не только радость, но и огромный труд, духовный труд, напряжение и вместе с тем расцвет духовных сил. Готовность к родительству – это психологически очень сложное явление, формирующееся и у девочки, и у мальчика с рождения, из контакта с собственными родителями. Родители и прежде всего ответственное родительство – это семейный процесс, создающий условия для развития ребенка в здоровых, нормальных условиях для построения продуктивных отношений в будущем. Один из навыков, свидетельствующий об ответственном родительстве, служащий примером для детей, это умение справляться с трудностями, находить ресурсы, сохраняя свою жизнь и здоровье. Что же такое нравственность? Нравственность – это качество человека, основанное на идеалах добра и зла, справедливости, долга, чести, которые проявляются в отношении к людям и к природе. Это правила, определяющие поведение, духовные и душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил. Итак, мы с вами можем согласиться и определить для себя общее понятие, что нравственная ценность – это набор ценностных установок, которые в будущем становятся нравственными правилами поведения в самых непредвиденных ситуациях. Ценностные установки – это то, что в нашем родительском доме признается как возможное и невозможное. Это те запреты и разрешения, которые мы запоминаем в раннем возрасте и храним себе вплоть до образования собственной семьи. Благодаря этой установке мы стремимся к добру, проявляем любовь к людям, природе, родине, своему народу. Семейные ценности. Семейные ценности – это прежде всего понимание, уважение, доброта, помощь, любовь, доверие, забота, дружба и, конечно же, дети. Дети – это зеркальное отображение своих родителей, только в более улучшенной форме. Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – это наша счастливая старость. Плохое воспитание – это наше будущее горе. Это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной. Главное достоинство наставления детей состоять должно в любви к ближнему. Не делай другому, чего не хочешь, чтобы тебе сделано было. И заповеди воспитания Екатерины Великой. Основы нравственных отношений в семье. Ваша показная вежливость и чуткость – ребенок легко распознает. Подражая, он очень скоро вернет их вам. Не грубите и не сквернословьте. Ваши привычки станут привычками ребенка. Не говорите о людях неуважительно, плохо. Ребенок станет отзываться так и о вас. Поступайте с другими тактично. Это будет для вашего ребенка уроком доброты и человечности. Проявляйте благородство при любых обстоятельствах. Помните, поведение – нравственное мерило человека. Будьте эталоном для своего ребенка. Ребенка хвалят, он учится быть благородным. Ребенок растет в безопасности, он учит верить в людей. Ребенка поддерживают, он учится ценить себя. Ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом мире. Ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть.
растет в упреках, учится жить с чувством вины. Высмеивают, становится замкнутым, живет во вражде, учится быть агрессивным. И тогда мне страшно будет ни за свою старость, ни за будущее нашей страны. Духовные примеры, несомненно, действуют сильнее хороших правил. А закончить свое выступление я хочу одной китайской притчей «Ладная семья». Жила-была на свете семья. Она была непростая. Более 100 человек насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили. Всей семьей и всем селом. Вы скажете, ну и что? Много ли таких больших семейств на свете? Но дело в том, что семья эта была особая. Мир и лад царили в той семье. И стало быть на селе. Ни ссор, ни ругани, ни драк, ни раздоров. Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в это село, и душа его возрадовалась. Кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился владыка. Решил узнать, как жители села добились такого лада. Пришел к главе семьи. Расскажи ему, как ты добиваешься такого согласия и мира в твоей семье? Тот взял лист бумаги и стал что-то писать. Писал долго. Видно, не силен был в грамоте. Затем передал лист владыке. Три слова были начертаны на бумаге. Любовь, прощение, терпение. И в конце листа 100 раз любовь, 100 раз прощение и 100 раз терпение. Прочел владыка, почесал, как воется за ухом, и спросил, и все? Да, ответил Стерри, это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. И подумав, добавил, и мира тоже. Спасибо за внимание. Уважаемые и уважаемые друзья, выступает образцовый ансамбль «Карамельки». Песня «Россия» и для чего? Поаплодируйте. Мы с тобою на свете живем. Для того, для того, для того, чтоб гулять под ночным дождем. Для того, чтобы отдохнуть с утра, с утру раннего дверь распахнуть и на мир улыбнувшись взглянуть и сказать завтра лучше вчера. Для того, чтобы день с утра. Для того, чтобы верить в любовь, для того, чтобы жить со мной.
У меня по старинке никаких нет, так сказать, на интернете. Да. Говоря о браке, мы говорим о семье. И, как справедливо многие отмечают, что семья есть действительно ячейка общества, основа государства. И когда обсуждаются пути развития общества, мы обязаны, вынуждены сначала говорить о правильном развитии семьи. Это понятно. Но поскольку сама семья произрастает из института брака, то обустройство семейной жизни прямо зависит от нашего правильного понимания института брака как такового. Что есть брак в учении церкви? Все определения, которые принято давать в богословии со ссылкой на катехизис митрополита Филарета, брак подразумевается как таинство, в котором супружеский союз между мужчиной и женщиной, заключенный на основе взаимной верности, освящается церковью для взаимной помощи в семейной жизни, а также для рождения и христианского воспитания детей. Что главное здесь и что второстепенное? Вот если мы посмотрим Священное Писание, то там есть интересная такая деталь. Заповедь: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею», она дана Богом раньше, чем Адам сказал, когда была приведена к нему Ева, что вот оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, будет двое, одна плоть. То есть смысл брака и само появление его заключается именно в рождении и воспитании детей. В чем тогда смысл рождения и воспитания детей состоит? В том, чтобы дети были лучше своих родителей. Вот это аксиома, которую мы выпускаем из виду. Только в этом случае они смогут оправдать те утраты, которые ради них понесли родители в своей жизни. Об этом говорит пророчество, данное первым людям о семени жены, которая сотрет голову змеи. То есть, что потомок Адама совершит намного больше того, чем они смогли понести прародители, нарушив божественный заповедь. Другими словами, в рождении детей присутствует не просто природный процесс, который мы видим у животных, но прежде всего религиозное действие, содержащее в себе высший смысл существования человечества на земле и вхождения его вечность. Высшее предназначение чадородия – это искупить грех родителей, оправдав их супружество. Но для того, чтобы это совершилось, одного участия человека, заключенного внутри брака, мало. Здесь требуется содействие Творца. И вот, исходя из вышеизложенного, через всю историю человечества проходят эти два направления в устройстве брака и рождения детей. Одно – это когда люди по своей воле соединяются, дают потомство, довольствуясь только своими природными стремлениями. Это путь появления большинства народов. Второе – это когда свое природное влечение люди отдают в послушание Богу. И так появляются чада Божьи, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Священное Писание обращает наше внимание на разделение вот этих двух направлений и проявление их в истории человечества. Если мы дальше читаем Библию, с чего начался первый брак на земле? Со своеволия Адама и Евы, изгнанных перед этим из рая. И рождение первого их потомка Каина, хотя и было ими воспринято как приобретение от Господа, на самом деле принесло отверженное семя. Становясь в поколение, по слову Иосифа Флавия, все хуже и хуже, потомство Каина растлило брак многоженством, нечестием, вовлекая в него благочестивое потомство Сифа. Первой причиной несчастья первого мира, полагает Моисей, неправильное супружество сынов Божьих с дочерями человеческими, то есть с каинскими. Кто эти сыны Божьи? Одно из толкований говорит о них как о сыновьях вельмож, показывая, что разврат имеет своим началом чертоги царские. Но об этом я скажу немного ниже. Так вот, к чему пришло человечество через вот это поругание брака? К великому потопу. После потопа восстановление отверженного семени происходит через Хама и его проклятого сына Ханаана, мы читаем в Библии. Что причиной было? Ну, есть предание, что жена Хама была каиниткою, а другое предание, что Ханаан был зачат Хамом в ковчеге, когда, значит, по волнам, так сказать, там спасались все от потопа, Хам время не терял. Так вот, Хамово племя строит Вавилон и Египет, увлекая в рабство благословенный народ. И если бы не отозвался в то время бездетный Авраам на зов Божий выйти из земли отца своего, то институт брака и после потопа имел бы те же самые перспективы растления, как и до потопа. Благодаря Аврааму в среде человечества появляется потомство, отмеченное соучастием Бога в деторождении и сохраняющее благоговейное отношение к браку как к религиозному институту.
В этом именно потомстве через Моисея был дан закон, охраняющий чистоту брака от мерзости египетской, как написано. Вот для сравнения некоторые из положений книги Левит, показывающие, до какой степени нечестия могут дойти народы, живущие по законам природы. Ну, так сказать, здесь говорится, не открывая накопить, то есть не вступая в близкие отношения с матерью своей, с женой отца своего, с сестрой твоей, с дочерью отца твоего, дочерью сына твоего или дочери твоей, наготы дочери жены отца твоего, родившись от отца твоего, она сестра твоя, наготы брата отца твоего не открывай, не бери жены вместе с сестрой ее, жене, так сказать, вот, ближнего тоже не ложись, из детей не отдавай на служение Молоху, не ложись с мужчиной, как женщина, это мерзость, со скотом никаким не ложись, то есть вот, самое последнее говорится, что если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих эти будут истреблены из народа своего. Главное требование к браку по книге Левит и вообще, так сказать, в законе Моисея. Вступление в брак должно быть в девственной чистоте. Запрещаются измены супругов, есть такая заповедь, не прелюбодействуй. Брак должен быть обязательно плодоносным. Кроме закона, в сердце народа была вложена и идея рождения Мессии, почему вступление в брак, рождение детей стало для всех обязательным, а их отсутствие бесплодия считалось Божьим наказанием. Вот так, несмотря на многочисленное вступление данных Богом правил благочестия, когда по слову царя Соломона, в семье без различия обладают кровь и убийство, хищение, коварство, растление, вероломство, осквернение душ, превращение полов, бесчиние, брака, прелюбодеяние, распутство, в Израиле, в единственном народе, все-таки соблюдалась линия, при которой дети рождались лучше, чище своих родителей, о которой в Библии говорится, оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям, уставам Господним беспорочно. Как мы знаем, достижением такой высоты брака было рождение Бога Матери, рождение Стоана Предтечи, величайшего пророка на земле. Внутри брака родился и сам Христос, осветив этот институт и также своим присутствием на браке Кане Галилейской. Казалось бы, все сбылось, и кто во Христе, говорит апостол Павел, тот новый тварь, древнее прошло, теперь все новое. Что нового принесло христианство в институт брака? Как это ни странно звучит, чистоту детства и целомудрия. Хотя и Богоматерь, и Святой Иоанн Предтеча, Христос родились в браке, но сами не остались в вечности девственниками. Первые христианские мученики, исполненные любви к Богу, часто шли на смерть за свой отказ вступать в брак, узаконенный государством. Обязательно то есть было. Возникла опасность полного отвержения брака как нечистоты даже в церкви, потому на заре христианства апостолы вынуждены были объяснять церкви, что выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Девство, как идеал чистоты, было поставлено не в противовес брачному сожительству, а как образ для одних и для других. Каждый должен стремиться к этому идеалу, но кому не по силам, он может жить в браке, не развращаясь, а сохраняя себя от соблазнов и стремясь к чистоте вот девственной. Таковым было сказано, время же коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие. В любом случае, в христианстве институт брака был не только сохранен, но и наполнен новым содержанием, когда главным стало не столько рождение детей, сколько нравственная, духовная чистота и совершенство детей и родителей. В какой степени выполнялось это или нет, это требование, можно судить о святых первых веков христианства. Но долго нужно перечислять, я ограничу только историю своего отечества, которое мы пережили, нами, так сказать, мы пережили две династии, Рюриковича, Романова, застряли в советском периоде беззакония. Так вот, первая династия Рюриковичей, начиная с равноапостола великого князя Владимира, отрекшегося от разгульной жизни, крестившегося, вступившего в церковный брак с греческой царевной Анной, Рюриковичи достойно восприняли греческую традицию брака, заключали браки с византийскими, шведскими, английскими, королевскими дворами, половецкими ханами, дали им целый ряд святых. Это всем известные имена детей князя Владимира, Бориса Глеб, святые князья Игорь Ольгович, Андрей Гагарович, Александр Невский, Дмитрий Московский, Дмитрий Донской. Я хочу добавить к этому малоизвестный факт о многодетности браков. Скажем, Ярослав Мудрый имел 10 детей, Владимир Мономах 11 детей, Юрий Долгорукий 13, Всеволод Большой Пиздок 12, Дмитрий Донской 8, великий князь Московский Иван III 11 детей. Отступление от религиозных норм брачной жизни допустил князь Московский Василий III. Недовольный своей бесплодной женой Соломонии Соборовой, развелся с ней, добившись ее подвига в Суздальском монастыре, отвергая предупреждение отцов церкви о том, что второй брак будет прелюбодеянием и даст свой плод,
он взял в жены Елену Брюнскую, как мы знаем из истории, которая родила ему сына Ивана. Став царем, Иван Грозный вступает в брак ради сластолюбия 7 раз, все его дети погибли. Расплата за вот это бесчестие, что было? Лишение династии престолов и в смутное время допустившее русское царство и наверное даже до самого Кремля. Ну, следующей была династия Романовых. Там что мы видим? В лице первого царей, как продолжение эстафеты Рюриковичей в серьезном отношении к институту брака, но уже с некоторыми искажениями. Царь Михаил Федорович имел 2 брака. Первая жена Марина Рюриковна была 4 месяца, вторая жена родила ему 10 детей. Алексей Михайлович, единственный, кто выжил из 10, тоже был женат 2 раза. Первая жена Марии Милосадовны родила 13 детей, умерла от тяжких родов. Вторая Наталья Орешкина родила 4 детей. И вот на этом религиозное отношение к браку Романовым заканчивается. Вот перед тем, как о Петре Первом говорить, как результаты вот такого благочестия отражались на жизни простого народа, можно увидеть из записок диакона Павла Олевского. Что он писал? В 17 веке поехали они, так сказать, по Украине, в Москве. В домах этой страны мы видали людей, животных и птиц вместе и весьма удивлялись изобилию у них всяких благ. В доме каждого человека по 10 и более детей с белыми волосами на голове за большую белизну мы называли их старцами. Они подводки и идут лесенки один за другим, что еще больше увеличивало наше удивление. Дети выходили из домов посмотреть на нас, но больше мы на них любовались, причем в том, что они многочисленны, как муравьи и бесчетные звезды. Подумаешь даже, что женщины у них бывают беременны и рождают 3-4 раза в год, и всякий раз по 3-4 младенца вместе. Но вернее то, как нам говорили, что в этой стране нет ни одной женщины бесплодной. Да будет благословен их Творец. Вот свидетельство диакона Павла Липского. Сири, хорошо, привет. Царь Петр I проявил огонь не только в Европу, но и в брак. Если Рюриковичи брали в жены царевин, Петр, как известно, при живой жене, заточенной в Суздальский монастырь, женился на пленной служанке. Она, став императрицей Екатерины I, института брака не берегла. Все дальнейшие биографии наших императоров и императриц 18-19 столетий дали очень много материалов для кино любовных романов. Вот, но время отнимать, так сказать, перечислять все, что тут можно сказать. Ну, скажем, Александр I предавался любовному утеху, рассказывал своей супруге. Вот, так сказать, Николай I нежно любил жену, имел 7 детей и пользовался репутацией крушителя девической невинности, придворных фрейлин там, и так далее. Единственное, вот Александра III мы видим как хорошего семьянина, вот, а другие представители династии, как по библейски звучало, сыновья вельмож, также проявляли пренебрежительное отношение к институту брака. Христос учил, кто разведется с женой своей женщиной на другой, тот прелюбодействует от нее, если жена разведется с мужем своей, будет с другого прелюбодействует. Вот против этого Запада имели вину. И князь Михаил Александрович женился 2 раза разведенную Наталью Шлеметьевой, великий князья Павел Александрович, Николай Константинович, Кирилл Владимирович. Про великого князя Константина Николаевича известно, что он не только интересовался дамой, но, так сказать, даже к юношкам у него какое-то отношение. То есть, ну, сегодня тоже скандальная такая история, вот, идет вокруг фильма «Матильда», вот, так сказать, тоже имеет основание быть какие-то там факты. Ну, значит, подробности, конечно, не совсем приятно нам, но важно, что видеть. Последствия вот этих отвлечений от Запада на, значит, жизни подвластного народа. Как это сказалось? Мы все с вами хорошо знаем произведения Чехова, Толстого, Бунина, Достоевского. Вот, и хорошо помню, что там обилие буквально рассказов, повестей на любовные темы, типа там «Солнечный удар», «Дама с собачкой» там, и так далее, и так далее. Именно так нами чаще воспринимают царская Россия 19-го, начала 20-го столетия. О чем говорит там статистика того времени? Начиная с 1885 по 1894 годы в России рождалось ежегодно законно рожденных около 4 миллионов детей и около 100 тысяч ежегодно незаконно рожденных. Каким был их духовный мир, показал хорошо Достоевский на примере смерти Коврова, небрачного отца, который, вернее, небрачного сына, который по сговору с братьями убил своего отца, потом сам повесился. Кем вот эти люди, эти небрачные дети, могли стать, не имея права наследования и ношения фамилии отца? Конечно, они пошли все в революцию, когда их к 17-му году накопилось уже около 10 миллионов, это несколько там красных армий, так сказать. Так вот, так называемая революция, это на самом деле была расплата за прелюбодеяние отцов
и реванш Кухаркиных детей. Певцом революции был Герцен, тоже внебрачный сын, который своей жене изменил, так сказать, со служанкой, она от него ушла. Что дала народу советская власть, принесенная на штыках Кухаркиных детей, зачатых беззаконием? В отношении брака, как института, полное появление и возврат всех египетских мерзостей. Есть мудрость. Все, кто стремится разрушить общество, начинали с разрушения семьи, семейных устоев, ибо семья – самая драгоценная основа краеугольного камня всего гражданского общества. Профессор Ильин в статье «Брак. Положение женщины» приводит следующий факт советского времени. В 1924 году Коминтерн постановление принял. Революция бессильна до тех пор, пока существуют понятия семьи и семейные отношения. Поэтому сознание народа, особенно молодежи, усиленно стали вводить антихристианские ценности. Брак проповедовался как институт для более удобного, менее опасного удовлетворения сексуальных потребностей. Любовь отрицалась, главной базой развращения стал комсомол, где проповедовали многоженство, многомужество, кровосмешение, коллективное отцовство. Лозунги того времени неизвестны. Довольно стыд, семейный быт, удовлетворение потребностей, то, что выпить стакан воды. Развод был упрощен до однодневной процедуры, чуть не в день свадьбы. Такой случай тоже был, в прессе описывался, и не приводит. Начались массовые изнасилования. Статистика в Москве 26 год 547, 27 год 726, 28 год 849. Результат. Куча беспризорников, вот там можно сказать сотни тысяч, которые были брошены сбежавшими отцами. То есть это не наследие царского времени, это эксперимент советской власти. Когда, так сказать, они видели такую, так сказать, братью вот эти. Таким образом, с 17 года русский народ из народа богоносцев стал на путь отверженного поколения, которым шли каиниты и хамиды. Об участи его еще царь Соломон писал так: «Дети прелюбодеи будут несовершенны, семя беззаконного ложа исчезнет, если губтами долгожизни будут почитаться за ничто, поздняя старость ее будет без почета, ужасен конец неправедного рода». Все мы знаем про Великую Отечественную войну 41-45 годов с политической стороны. На самом деле религиозные корни ее начала и, так сказать, всего содержания, они намного глубже, и, так сказать, с этой точки тоже зрение надо смотреть. Что сегодня изменилось? Мы сегодня почти дублируем ситуацию 20-х годов, разница лишь в методах, формах и цифрах. Если по ИНУ в СССР брак творчески делили на фактический, зарегистрированный, незарегистрированный, пролетарский, красноармейский, сезонный, то есть сезонные работники приезжали, вступали в брак, в отношения, так сказать, уезжали все домой, брак кончался. Клубы, после, так сказать, знакомства в клубе, там, сейчас ночные клубы тоже у нас так делают. У нас сейчас достаточное устранение получает брак визитный. Этот брак может быть зарегистрирован, но супруги живут раздельно, не ведут совместного хозяйства. При этом у них могут быть дети. Распространены среди молодежи прорванные браки, когда молодые люди вступают в брак, совместно ведут хозяйство, но не расписываются. Любопытно, что когда проводился опрос, мужчины в таких браках говорили, что они свободны, то есть не женаты, а женщины отвечают, что они замужем. То есть вот как хочешь, как и понимаю. И, соответственно, в подобных браках очень редко рождаются дети. Жена ждет, когда брак, так сказать, будет оформлен, а муж это избегает. Только 57% сегодня российских мужчин состоят в браке, 41% женщин. Статистика разводов тому подтверждение. Так вот, учение о браке в его целостном виде сегодня у нас утеряно и остается только сокровищем церкви, к которому мы должны все как-то вот вернуться. В заключение что хочу сказать? Беседы с людьми часто приходится ставить другой вопрос. Какое самое серьезное дело дано человеку на земле? Должный ответ «родить человека» звучит чрезвычайно редко. То есть сегодня мы больше убиваем, чем рожаем. А если рожаем, то слабее себя. Дети сегодня рождаются хуже своих родителей. И за ними тут же начинают еще и ювенальные мстить охотиться. Так вот, мир, который сегодня взрослые подстроили для своих детей, не может нравиться ни им, ни нам. Если мы хотим что-то изменить, то в первую очередь следует нам вернуться к высшему, прежде всего, религиозному содержанию и назначению института брака, в котором супруги сначала служат Богу, а не удовлетворяют какие-то потребности. В противном случае нас отвергло, а не благословенного рода, то есть патриарх Кирилл сказал о конце света, владыка, так сказать, повторил, я присоединяюсь. Спасибо большое. Как известно, без истории нет современности, поэтому вашему вниманию предлагается доклад на тему «Сестры милосердия от историк современности». Важной составляющей каждой личности являются нравственные ценности. Именно они определяют, каким будет общество, безопасно ли, приятно в нем будет ли жить или наоборот. Проблемы в обществе возникают тогда, когда духовные ценности
исчезают из сознания людей с первого места и замещаются материальными ценностями. Здоровье можно назвать лишь то общество. Перепрыгнуть. Ну, щелкните. Итак, проблемы в обществе начинаются тогда, когда духовные ценности исчезают для сознания людей с первого места и замещаются материальными ценностями. Здоровье можно назвать лишь то общество, которое уделяет достаточное внимание нравственным ценностям человека, привлекает их воспитанию будущее поколение. Перед обществом стоят многие нерешенные проблемы и неподнятые вопросы. Изменение вектора нравственности стало бичом нашей современности. Но поднятые вопросы настолько многогранны, что на сегодняшний день все мы с вами их разобрать не сможем. Поэтому, если существуют неравнодушные люди, они ставят перед собой вопросы, почему это происходит и как их решить. Совершенствуя свое сердце, человек старается заботиться об окружающих, помогать другим руководствоваться не внутренним эгоизмом, а наоборот, проявлять терпимость, думать о тех, кто находится рядом. К сожалению, в настоящее время такое поведение можно встретить все реже. Мы не будем говорить о причинах, приводящих к этому. С нашей точки зрения, проблема слишком многогранна. И зрения очень важны. Значит, мы считаем, что для устранения создавшейся ситуации необходим трехсторонний подход. Первое – это государственная политика, которая направлена на поощрение духовных ценностей и борьба с ситуациями, которые их принижают. Второе – это воспитание в семье и соблюдение лучших традиций. И последнее – это качественное обучение будущих специалистов. Две первые проблемы уже были подняты, поэтому мы остановимся на третьей, поскольку она нам является более близкой, поскольку мы занимаемся подготовкой будущих медицинских работников. Итак, мировая история зарождения благотворительности. Стремление помочь страждущему проявлялось у человечества издревле. В качестве примера можно привести средневековый духовно-рыцарский орден госпитальеров, который создал и обслуживал странно-приемный дом для паломников к святым местам в Палестине. Это была первая в истории организованная попытка привлечь общественность для оказания помощи нуждающимся. 8 декабря 1617 года в часовне при больнице города Шатильон Винсент де Поль объявил о создании благотворительной организации нового типа. В нее входили женщины, которые брали на себя уход за ранеными, больными и изувеченными. Среди них было много представительниц аристократии. В частности, своим подвижничеством была известна герцогиня де Гильон, племянница кардинала Ришелье. Конечно, нельзя отделить понятие милосердия, человеколюбия, преданности своему делу от имени, которое знает каждый человек, связавший себя со служением медицины. Это имя Флоренс Найтингейл. Она посвятила свою жизнь служению человеку без оглядки на сословие. Именно она добилась того, чтобы больницы были оснащены системой вентиляции, канализации, а больничный персонал в обязательном порядке проходил необходимую подготовку. В 1912 году Лига Международного Красного Креста и Полумесяца учредила медаль имени Флоренс Найтингейл. До сих пор это самая почетная и высшая награда среди сестер милосердия во всем мире. История благотворительности в России. В нашей стране это движение началось с имени княжна Александра Николаевна, которая в 1844 году основала в Петербурге Свято-Троицкую общину. В Москве первая такая община была организована во время эпидемии холеры в 1848 году княгиней Софьей Щербаковой и знаменитым врачом Федором Гаазом. Первыми в мире женщинами, которые добровольно, организованно отправились на фронт для оказания помощи раненым воинам, были сестры милосердия Московской Никольской обители. Это событие произошло во время Крымской войны 1853-56 годов. По свидетельствам очевидцев, сестры милосердия спасли множество человеческих жизней, проявив при этом такие качества, как хладнокровие, моральная чистота, высокий профессионализм. 68 из прибывших на фронт женщин были награждены медалью за оборону Севастополя. Среди них были Бакунина, Карцева, Стакович, Кедрово и другие. Из 120 сестер милосердия Крестовоздвиженской обители, которые работали в осажденном Севастополе, 17 погибли при исполнении служебных обязанностей.
Крымская война и ее первые сестры милосердия показали всему миру, сколь актуально именно женское участие в положении раненых. Женщин, женские, по-особому нежные руки причиняли меньше страданий, а чуткое женское сердце угадывало малейшее пожелание солдат, ставших вдруг совершенно беспомощными. На эти преимущества сестер милосердия по сравнению с дюжими санитарами многие очевидцы обращали внимание в официальных докладах и личных воспоминаниях. Так знаменитый врач Пирогов писал о первых сестрах Крымской войны. Горжусь тем, что руководил их благословенной деятельностью. Широкий общественный резонанс, который получил данный почин, вызвал в обществе моду на благотворительность. Обители начали открываться одна за другой. Всего к 1913 году в 109 общинах работало 3442 сестры милосердия, а уже через год, к началу Первой мировой войны, только в госпиталях их насчитывалось около 20 тысяч, а к концу войны их уже было 30 тысяч. В лазаретах царского села сестрами милосердия после прохождения специального курса обучения и сдачи экзамена работали наряду со всеми супруга и две старшие дочери Николая II. Государыня вместе со своими дочерьми ассистировала на операциях при извлечении пуль и ампутации конечностей, делала перевязки, организовывала госпитали. После Октябрьской революции 1917 года практически все центры подготовки сестер милосердия подчинялись Главному управлению Российского общества Красного Креста. В 1920 году были открыты школы для подготовки медицинских сестер, а в 1927 году утверждается положение о медицинской сестре, которое было четко определены все обязанности ее по уходу за больными. В годы Великой Отечественной войны выполняли свой патриотический долг около полумиллиона средних медицинских работников. 70% раненых и больных воинов благодаря медицинской помощи были возвращены в строй, и в этом успехе значительная роль медицинских сестер. В нескольких городах мира имеются памятники, которые установлены, посвященные деятельности медицинской сестры. Сестры милосердия в наши дни. Великое дело милосердия и человеколюбия, а также любви к Отечеству продолжается в наши дни. Девушки и юноши нашей необъятной Родины выбирают благородный путь служения во благо здоровья человека. Пожалуй, вряд ли сегодня можно услышать такое обращение к специалисту сестринского дела, как сестра милосердия. Но если пациент обращается к сестре, медицинской сестре, сестричка, это говорит о многом. Как минимум, он ей доверяет, и основной причиной этого является не столько профессиональные качества, сколько личные. Конечно, большинство людей, посвятивших себя профессии медицинской сестры, уже имеют такие качества, как доброта, сострадание. Однако за время обучения под контролем педагогов они должны быть улучшены. Отдавая себе отчет в том, что занимается подготовкой особых специалистов, преподаватели уделяют огромное внимание воспитанию лучших общечеловеческих качеств, без которых профессия медицинской сестры не мыслимо. Воспитание проходит как во время учебного процесса, так и во неаудиторное время. В свободное от занятий время многие студенты нашего колледжа под руководством преподавателей продолжают получать прививку доброты, вступая в ряды волонтерского движения. Но в добрых делах принимают активное участие не только члены клуба. Так, в прошлом году многие группы из нашего колледжа оказали помощь дому малютки. Студенты не просто купили необходимые вещи на собранные деньги, помогли в обустройстве территории для комфортного пребывания детей-сирот, но и общались с ними. Ведь именно общения этим малюткам так не хватает. Спасение жизни – одно из благородных дел. Сохранить могут жизнь не только медицинские работники, но и каждый человек, о чем необходимо объяснять с детства. Наши студенты принимают активное участие в Национальном дне донора. Даже воспитанникам детского сада в процессе обучающей игры они рассказывают о необходимости сдавать кровь нуждающимся. Показателем того, что работа по воспитанию достойной смены сестер милосердия является результативной, это то, что значительная часть наших выпускников работает в поликлиниках и стационарах нашего города и области. Мы взяли данные только по городской больнице номер 1. На 2017 год в ее стенах работает 561 медсестра, из них окончивших Волжский филиал Волгоградского медицинского колледжа 537 человек. Это 95,7%.
Несмотря на то, что в современном обществе не принято называть медсестер сестрами милосердия, основные качества, заложенные в понятии милосердия, должны быть у каждого специалиста сестринского дела. Чем больше людей с высоким духовно-нравственными качествами будет существовать в обществе, тем более гармоничным оно будет, а люди, живущие в нем, более счастливы. Нравственные ценности направляют человека, подсказывая, что жизнь дана для того, чтобы люди помогали друг другу. Это формирует характер, улучшает жизнь самого человека и оздоравливает общество. Для того, чтобы способствовать воспитанию у студентов морально-этических качеств, были разработаны рекомендации по формированию приобретенных качеств характера, так как на врожденные мы повлиять не можем. Рекомендации предложены всем желающим. Вам предлагается ознакомиться с ними. Спасибо за внимание. Уважаемые отцы, братья и сестры, я, конечно, понимаю, что уже немножко устали. И, конечно, тема, с которой я выступаю, многие думают, что это как раз не обо мне, это мне знать совершенно не обязательно. Но, думаю, как будущим медикам, многим из вас придется, а кто-то уже и встретился с этой болезнью, не только на словах, не только где-то далеко, да и немало зависимых у нас среди наших близких людей. Конечно, чтобы говорить о духовно-нравственных причинах, прежде всего хочется сказать, что основа этих причин лежит в том, что человек теряет смысл своего бытия. И, конечно, алкоголезависимые – это прежде всего те люди, кто этот смысл, естественно, уже потерял. И говорить о каких-то там вопросах совести, слушать обещания – это, мы понимаем, что совершенно не имеет никакого смысла. И как алкоголизм развивается в человеке, лишает его смысла жизни, так и отсутствие этого смысла жизни ведет человека в алкогольную, наркотическую, игровую зависимость. Не зря все и всегда осуждали пьянство. Но неужели те люди, кто пропил квартиру, кто потерял семью, к этому стремился сам? Вот я при храме веду консультирование, регулярно ко мне обращаются родственники, сами алкоголезависимые, наркозависимые люди. И этот опыт консультирования показывает только одно. Никто из них не только не собирался становиться алкоголиками, даже более того, они до сегодняшнего дня, уже потеряв все, считают, что они культурно выпивают. Вот. Когда-то эти люди были школьниками, учащимися колледжей, студентами институтов, и у кого-то из них были мечты, были семьи, что привело их к такому финалу? Вот здесь, конечно, мы как раз и подойдем к самым главным причинам. Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что мы не знаем, как развивается алкогольная болезнь. И многие думают, что пьяница тот, кто валяется под забором. Вот это пьяница, но вот меня это дело не касается. Священное Писание нам указывает на первые признаки пьянства. Вот слова из притч. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змея, оно укусит тебя и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное». Такое действие алкоголя на мозг человека, когда пробуждается похоть, и человек говорит пошлости, уже называется греховным следствием употребления алкоголя. Наркология называется первой степенью алкогольного опьянения. Еще и называют дурашливость. Она проявляется после приема малой дозы этанола. Характеризуется ненормальным возбуждением. В связи с этим повышается подвижность, болтливость, развязность, бахвальство, шумливость, самонадеянность. А ведь именно ради этого возбуждения сегодня употребляется алкоголь. А это не что иное, как развивающееся пьянство. Вторая причина распространения пьянства в том, что мы слабо понимаем, что такое и алкоголизм. Думаю, что большинство из нас думают, что алкоголик – кто-то пропил квартиру, кто потерял семью. Но алкоголизм начинается много раньше. Есть, так скажем, невидимая, или как медицинским языком сказать, недиагностируемая часть алкогольной зависимости.
И первый признак ее – это испытывание дискомфорта, когда в привычной ситуации отсутствует алкоголь. То есть, допустим, пришли к другу на день рождения, алкоголя нет, у нас дискомфорт. Мы не можем нашего товарища поздравить, у нас язык не поворачивается, слов не находится, или как иногда так, человек не может купить бутылку шампанского на Новый год, и от отсутствия шампанского у него возникает дискомфорт. Вот это первый признак уже развивающейся алкогольной зависимости. И, конечно, если так говорить, то, я думаю, это статистика не врет, что говорит, что у нас порядка 50% россиян сегодня алкоголезависимы. Третья причина – это то, что алкоголь во всех его формах, что бы мы сами не взяли, хоть там тоник, хоть пиво, вино, водку, коньяк – самый лучший. Все-таки он, самое главное – это что в нем? Этанол, да? Этиловый спирт, согласно ГОСТа 800-372 года, это легко воспламеняющаяся жидкость с характерным запахом, относится к сильно действующим наркотикам, вызывающим вначале возбуждение, потом паралич нервной системы. Это можно узнать любому человеку в интернете, эти ГОСТы все размещены. ГОСТ менялся в 82 году, но сейчас действует ГОСТ 93 года, который говорит, что этиловый спирт – это легко воспламеняющаяся жидкость с характерным запахом, и все. Он, то есть, перестал быть наркотиком, наверное, да? Но вот что изменилось? Ну, по факту мы знаем, что изменилось только одно. Наша вся алкогольная промышленность продана сейчас иностранному капиталу. Об этом мы еще скажем. Четвертая причина – это отсутствие правдивой информации о последствиях культурного, так сказать, как это мы уже… о последствиях культурного употребления. Стоит отметить, что пьянство, алкоголизм, курение, употребление других наркотиков, а также игромания – все это следствие отсутствия смысла жизни человека, вместо которого развивается иной смысл жизни – эгоизм, который проявляется в наших отношениях к Богу, ближним и к самому себе. По отношению к Богу этот эгоизм проявляется прежде всего в том, что нередко мы Священное Писание ставим себе в услужение своих страстей. Вот, наверное, нередко приходится и вам, и мне слышать, что в Библии что-то написано про вино, да? И там действительно есть слова «вино веселит сердце человека». Но даже если и дальше человек уже не разбирает, что такое вино, о чем там идет речь, уже мы пьем и пиво, и водку, и коньяк. Но даже если серьезно не разбираться в этом вопросе, то мы найдем множество слов Священного Писания, которые осуждают употребление вина. Вино глумливо, секира буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен. Если подойти к вину с алкогольной стороны, то в Священном Писании, особенно в нашем русском переводе, церковно-славянском, нередко словом «вино» по словам «вино» скрывается либо виноградный сок, либо прямо виноград, либо действительно алкогольное вино. Но на что стоит обратить внимание, что Священное Писание разделяло вино и секиру. И вино называлось то, что имело крепость приблизительно до 9%. То, что более, называлось секира, которая могла иметь и 13%, и, как некоторые говорят, 15%. Хотя при естественном брожении должно получиться, по идее, 13, потому что потом дрожжи погибают. Так вот, если так подойти к этому вопросу, да, то и это еще не все, потому что есть немало документов, которые говорят, что вино, и в том числе Священное Писание говорится, что его разбавляли обязательно водой перед употреблением. И вот наши археологи говорят, что вино разбавляли вино водой не как-нибудь там чуть-чуть, а в соотношении 1:8. То есть на одну часть вина 8 частей воды. Ну вот мы, если разбавим, то получим, что
вино, которое благословлялось употреблять, оно имело крепость, ну, примерно магазинного кваса. А осуждалось употребление вина ради опьянения. В чем проявляется эгоизм пьющего человека по отношению к ближнему? Ну, здесь стоит сказать, что тот человек, который употребляет пиво, по крайней мере, вот те люди, кого я консультирую, и родственников их, примерно от 3 до 8 тысяч рублей в месяц тратят на пиво. Если прибавить сюда еще примерно 2,5 и более тысяч рублей, которые тратятся на сигареты, то вот все это для чего делается? Для того, чтобы человек, употребив это все, дышал перегаром на своих родителей, на свою любимую жену, на своих дорогих детей. И это только прямые расходы, да? Понятно, что если в семье хотя бы один человек курит, то дети болеют простудными заболеваниями чаще. Если употребляют алкоголь, то тоже чаще всего дети тоже рождаются более слабыми и чаще болеют. То есть есть еще и косвенные растраты. Хотя вот часто говорят, что мы и второго ребенка не можем, у нас денег нету, да? А вот мы так скромно посчитаем, да, четверть нашего дохода уходит только вот на самые необходимые пиво и сигареты. Средний человек спивается за 11 лет. В среднем. Не всегда, но в среднем. После приобщения. Поэтому, если девушка собирается выйти замуж за молодого человека, который уже выпивает, то стоит отметить, что даже одного ребенка сомнительно, что воспитаем вместе. Употребление – это пример наших детей. Сегодня уже становится традицией, когда дети в детском садике чокаются кружками с компотом и говорят: «У тебя что? У меня пиво, а у меня водка». Ну, шутка шуткой, но в шутке, как покойный Михаил Задорнов сказал, есть только доля шутки. Пройдет время, дети начнут это все делать в своей жизни. Жизнь алкоголезависимых удивительно предсказуема. Это ранее смерть, тюрьма, больничная койка. Конечно, жалко, но вот даже некоторые вот скажут, что батюшка слишком тут загибает, но вот я могу сказать, что я наблюдаю за своими одноклассниками, друзьями детства, однополчанами, с многими поддерживаю отношения, хотя, конечно, вот Господь занес меня очень далеко от моего родного дома, от моих друзей, но тем не менее, вот очень часто говорю одну и ту же статистику. Вот из моих друзей уже порядка 30 человек, хотя я не назову себя старым человеком, порядка 30 уже отправились в мир иной. Больше 10 познакомились с тюрьмой. Двое лежат дома парализованные. 20 активно продолжают двигаться по этому пути. Ну, жизнь нас ничему, конечно, не учит. Не все, конечно, не спились, но прямо или поздно смерть связана именно с употреблением алкоголя. Употребляя алкоголь, мы наносим серьезный и непоправимый вред не только своей семье, но и государству. Мы с вами один народ. Мы все с вами связаны невидимыми связями. И уже давно подсчитано, вот сегодня уже в математике, я не первый говорю, уже давно подсчитано, и что если в государстве употребляется 1 литр чистого спирта на душу населения в год, то в этой стране должен родиться 1 дебил на 100 детей и 2 полудебила. Вы с этим встретитесь по окончании колледжа, уже будете все это наблюдать своими глазами. Сегодня в нашей стране употребляется по разным оценкам от 15 до 25 литров чистого спирта на душу населения в год. Какие шансы у наших детей вообще родиться здоровыми? А дети – это наше будущее. Также при употреблении 1 литра чистого спирта на душу населения производительность труда в стране падает на 1%. Появляется 3-4% браков. Ну, поэтому японцы очень правильно говорят, что все, к чему прикоснулись русские руки, нельзя использовать. Поэтому мы будем покупать у вас только сырье. Пьянство разрушает самого человека. 100 лет назад в своем труде врач Веденский в статье «Опыт применительной трезвости», описывая опыт
указа императора о запрете винной торговли на время призыва, буквально через 4 месяца отмечает изменения в стране. Вытрезвитель стал впадать в 30 раз меньше людей. Отравления алкоголем уменьшились в 20 раз. Самоубийства сократились в 30 раз. Преступность в среднем по стране на 47%. Уголовных дел у судей уменьшилось на 80%. Обратившихся за помощью в больницы с разными травмами и увечьями уменьшилось на 2/3. В 5 раз уменьшилось количество профессиональных нищих. При этом производительность труда повысилась на 20-30%. Мы видим современные данные. Это у нас сегодня в состоянии алкогольного опьянения. То есть нам есть куда расти. Убрать алкоголь из своей жизни и посмотрите, насколько спокойно мы будем жить. И при этом в Российской империи пили всего-навсего 7 литров чистого спирта на душу населения в год. В конце 70-х годов 20 века наш народ первый раз в своей истории переступил черту 8 литров. После этого начинается необратимое угасание этноса. То есть мы, как народ, с вами выберем примерно через 60 лет. Сегодня потери нашего народа прямые и косвенные. От употребления алкоголя 900 тысяч человек в год. А табака 400 тысяч. Если прибавить сюда наркотики и аборты, то такой войны наша страна не знала никогда. Сегодня уже не то время, которое было 100 или 200 лет тому назад. Сегодня каждый грамм спирта или спиртного – это русский рубль, который уезжает за границу. Это шаг к тому, что наши внуки будут жить в стране и стесняться своего происхождения. Выпивая даже несколько глотков сухого вина, человек подавляет свой интеллект на 18-20 дней. Но самое главное, о чем я хотел сказать, что употребляя спиртное, мы воруем у себя хорошее настроение завтрашнего дня. Как это происходит? Если у человека нормальное или подавленное настроение, то употребляя алкоголь, человек возбуждает деятельность отделов головного мозга, отвечающих за удовольствие. В мозг поступает сигнал, что все хорошо. Если человек регулярно спадривает себя алкоголем, даже в небольших дозах, то со временем развивается неспособность испытывать удовольствие обычным, не химическим путем. На следующий день, после, когда алкоголь отработал, организм восстанавливает свою нормальную работу. Часто, даже после небольших доз, человек получает подавленное настроение, которое старается снять тем же алкоголем. Возникает порочный круг. В итоге мы живем не сами. Нашу эмоциональную жизнь формирует алкоголь. Мы становимся от него зависимыми, и только с ним чувствуем себя человеком. Ну, конечно, в кавычках. Но разве это смысл нашей жизни? Разве в этом мы должны направить свои силы? Разве это духовно-нравственное развитие человека? Но кто-то может сказать, что иногда даже врачи рекомендуют для кровообразования, для расширения сосудов употреблять алкоголь. Но вот эти высказывания можно разделить условно на две категории. Первое – это искреннее заблуждение через общественное мнение и недостаточный профессионализм. Вторая – злонамеренная ложь. Сегодня алкогольная табачная промышленность почти на 100% принадлежат иностранному капиталу. А его задача, как мы все понимаем, выкачать из наших карманов как можно больше денег. Поэтому в спиртной табак добавляются вещества, способствующие более быстрому привыканию человека к ним. Для этого совершается подкуп на самых высоких уровнях государственной власти. Формируется через общественное мнение врачей, средства массовой информации, питейные убеждения. И прием спиртного для нас становится естественным, полезным и даже неизбежным занятием. В жизни огромное количество примеров, как отличники, спортсмены, целеустремленные, успешные люди, знакомясь со спиртным, теряли все. Наоборот, менее талантливые, но трезвые люди достигали большего. Стоит ли испытывать свою судьбу? Связывать свою жизнь с ядом и наркотиком? И с теми людьми, кто уже употребляет спиртное. Может, стоит оглянуться и поискать вокруг себя тех, кто еще сохранил трезвость. Может, они не такие крутые, не такие веселые, но как раз... Ой, я все забываю за... Но как раз это те люди, кто готовится к большой жизни.
образуя такие тренинговые сообщества, мы можем много сделать для своей страны, обезопасить свое личное и семейное будущее. Сегодня трезвое движение идет как под эгидой церкви, так и формируются светские направления трезвой жизни. Ежегодно в разных концах нашей страны проходят встречи трезвенников. Самый крупный слет в нашей стране проходит ежегодно в Челябинской области на озере Увельды. Может, стоит, думая о своем будущем, поехать посмотреть, познакомиться, ведь многие из нас только начинают жизнь. И думаю, что каждый хочет создать крепкую семью один раз на всю жизнь. Рожать детей, чтобы они жили в полных семьях, окруженные любовью своих родителей, братьев и сестер. Спасибо большое. Thank you.
по колледжу. Я директор колледжа и директор Волжского филиала Олег Викторович Душкин. Уважаемые студенты, уважаемые организаторы, гости, наши преподаватели, прежде всего хочется сказать слова благодарности за такое достойное мероприятие всем, кто организовывал, выступал и прикоснулся к нашему действу. Но в системе подготовки специалистов со средним медицинским образованием априори заложено воспитание милосердия, доброты, соучастия, сочувствия. Но, тем не менее, вот такие мероприятия, они лишний раз еще больше воспитывают и склоняют студентов в сторону соблюдение нравственных каких-то основ, ценностей в жизни и в личной, и в профессиональной. Мне хочется сказать, что в Волгоградском медицинском колледже функционирует офис, проектный офис по волонтерскому движению студентов. И вот часть этого волонтерского движения уже была представлена в докладе Елены Павловны, нашего преподавателя Волжского филиала. И одним из таких проектов, серьезных проектов, является профилактика абортов. Мы сейчас вот сидели, общались с нашими представителями Православной Церкви, и уже с священником Федором обменялись контактами. Я думаю, что вот в нашем волонтерском отряде в обязательном порядке это студенты, которые ведут работу по пропаганде здорового образа жизни, по профилактике абортов. Мы обязательно будем использовать те материалы, которые сегодня видели с экранов, то, что вы представили вот эти видеоролики, поэтому спасибо большое всем. И, конечно же, колледж рад был принять сегодняшнее мероприятие. Ну а сейчас вот по просьбе Александра Геннадьевича, он, к сожалению, нас покинул, срочные дела, я хочу предоставить слово вам, владыка Иоанн, епископу Калачевского и Паласовского. Просим, пожалуйста. Сейчас сходу не приведу. Галине Евгении Генераловой. Директору Волжского филиала государственного образовательного учреждения Волгоградский медицинский колледж Олегу Викторовичу Душкину. Священнику, клирику соборного храма апостола Иоанна Богослова города Волжского Ирине Андрею Попову. Преподавателю Волжского филиала образовательного учреждения Волгоградский медицинский колледж Елене Павловне Барабушкиной. Клирику архиерейского подворья храма монастыря Третьего Божия Михаила города Краснослободска, координатору Калачевской епархии по профилактике алкоголя зависит от утверждения трезвости Ирею Алексею Гольму. Благодарственное письмо также медицинскому психологу женской консультации, я так понимаю, при больнице номер один Наталье Владимировне Тариной. Ушли, это же руководителя. Руководителю образцового ансамбля эстрадной песни «Карамельки» центра «Октябрь» Липовенко Викторе Юрьевне. Ну, да, тут письмо еще от благочинного отца Александра Оксане Михайловне Обретеневой. Заведующему отделу по социальной и воспитательной работе Волжского филиала
Волгоградский медицинский колледж. Еще раз благодарю всех. Для меня это действительно здесь первый опыт присутствия. Ну, надеюсь, что у нас продолжится сотрудничество с медицинским сообществом. Вот. Ну и думаю, что сегодняшняя встреча была полезна для всех сторон. Спасибо. Я думаю, за годик дело. Да, я был. Когда мы были в Беларуси, помню, вот человек Павел, мне спрашивал, школьный пациент пишет родителям насчет этих детей. Потому что у него, конечно, тема вообще, вот это мне вообще прям будет. Поэтому, конечно, вот, слава Богу. Ну, я думаю, что мы выполним эти наши обязательства. Пожалуйста, ты молитву вас. Сегодняшний семинар, он является городским этапом епархиального этапа рождественских чтений под общей темой нравственной ценности и будущее человечества. Вот под этой общей темой здесь у нас в городе Волжском мы решили провести именно на базе учебного медицинского учреждения. Ну, во многом это потому, что благочинный Волжского округа, он у нас по совместительству является как раз-таки ответственным за больничное душепопечение нашей епархии. У него налажены связи с медицинским сообществом. Вот. И мы решили здесь, именно в Волжском, провести такой более-менее специализированный семинар. И эти нравственные ценности как раз-таки выяснить внутри медицинского сообщества, каким образом они должны преломляться, реализовываться вот, и в медицинском образовании, и в практике медицинской, какие вызовы стоят перед современной медициной, вот этические, нравственные проблемы. И вот это было отражено в сегодняшних докладах, в том числе поднимались проблемы и биоэтики, особенно акцентировалось внимание на проблеме защиты прав нерожденного младенца, то есть о профилактике абортов, прямо говоря. Вот на эту тему были выступления, и все выступающие, в общем-то, проводили, были единомышленником в том плане, что, конечно, нужно минимизировать вот такое явление у нас в стране, как операции по искусственному прерыванию беременности, то есть то, что мы называем абортами. Вот. Ну, поднимались и другие темы, в том числе и проблема алкогольной зависимости, вот, и проблемы другие биоэтические, которые сейчас вызвали это вот. Ну, в том числе они, это как вот связано все с репродуктивной функцией, как суррогатное материнство, как экстракорпоральное оплодотворение, вот эти проблемы, они тоже сегодня озвучатся. Я думаю, что это интересно студентам, медикам, будущим фельдшерам, будущим медицинским сестрам и братьям. Это расширяет их кругозор и дает какой-то ориентир. Они, по крайней мере, узнают точку зрения, в том числе и православной церкви, на эти проблемы. Конечно, как говорили руководители этого заведения учебного, у них априори присутствуют, безусловно, здесь предметы соответствующие, где даются определенные и нравственные установки. Без этого не может существовать врачебная специальность, без этики, без определенных морально-нравственных принципов, но мы должны напоминать о базовых, которые основываются и на нашей христианской вере. Ну как, у нас вот базовая заповедь «не убий». И раньше ведь в клятве Гиппократа были слова о том, что врач, будущий врач, обещал не давать никакого снадобья, не использовать никаких врачебных средств и давать женщине для того, чтобы она избавилась от зачатого ребенка. Сейчас, кстати говоря, в клятве современного врача этого пункта нет. Вот, а мы должны об этом напомнить будущим врачам, будущим медикам в том числе. Ну, это уже есть, вот, но я думаю, что вот сегодняшнее, это уже существует, уже ряд наших сотрудников епархиальных, вот, особенно имеющих профильное, какое-то медицинское образование или педагогическое, они выступают в средних учебных заведениях, в высших учебных заведениях, кто занимается этой проблемой, особенно вот проблемой сотрудничать с центром «Жизнь», которая давно уже существует. Вот сегодня имя отца Алексея Тарасова тоже называлось, который многолетнюю практику имеет в этой работе.
Вот это все существует. Просто нужно, я думаю, сейчас это сделать более организованно и целенаправленно. Я думаю, что сегодняшний семинар, вот этот форум, он послужил тому, что мы увидели друг друга, познакомились поближе, и уже это будет, ну, даст определенный, может, толчок к дальнейшему сотрудничеству в этом деле. Духовного просвещения молодежи и распространению, ознакомлению с основными нравственными ценностями, ориентирами, которые издревле были присущи нашему русскому народу. Очень показательно, что эта конференция прошла под эгидой рождественских учреждений, которые всегда особое внимание уделяют проблемам семьи на каждых рождественских учреждениях. По благословению Святейшего Патриарха семье уделяется особое место. И действительно, на семье сегодня строится благополучие и будущее нашего народа. Если у нас не будет детей, если эти дети будут лишены нравственного основания, то мы будем лишены нашего будущего. Поэтому в своем докладе я особое внимание уделил биоэтическим аспектам воспитания детей подрастающего поколения в наших семьях. Также большое внимание этой проблеме уделяет Всемирный Русский Народный Собор, в рамках которого работает наша рабочая группа. И сегодня мы видим массу угроз в семье в этой области. Дети часто не ждут пополнения в семье, а если они и ожидают появления, то родители часто не готовят их к этому. Часто бывает, что многодетная семья выглядит как семья, выбивающаяся из-за пределы нормы, семья героев, подвижников. Да, это так, я могу сказать, как многодетный отец, конечно, это непросто, но это не должно быть вне нормы, не должно быть каким-то героизмом, это должно быть нормой, да, которая для нашего общества будет как бы определенным стандартом нормальной семейной жизни. Потому что действительно, когда ребенок уже появляется третий, четвертый, ты понимаешь, что только сейчас начинается настоящая семейная жизнь. В докладе особенное место было уделено проблеме защиты жизни детей на внутриутробной стадии развития. Аудитория состояла из будущих акушеров, в основном акушерок, и поэтому, конечно, мы постарались познакомить их с правовыми, биологическими и генетическими аспектами этой проблемы признания статуса, правового статуса нерожденного ребенка. Сегодня в нашей стране, к сожалению, наше законодательство отстает от зарубежного в этой сфере. У нас, если ребенок прожил меньше 7 дней, то он фактически считается не человеком, а биоматериалом, хотя он мог уже быть крещен. Да, поэтому вот эти казусы, эти случаи, связанные с этим. Также вопрос очень серьезный по поводу статуса ребенка как пациента. Да, в внутриутробной стадии развития сейчас проводится масса медицинских вмешательств. Почему ребенок не защищен законодательно? Он уже самостоятельное биологическое существо, по крайней мере, с точки зрения биологии. Поэтому, конечно же, он должен иметь определенный правовой статус. Тоже об этом мы вкратце упоминали сегодня на нашей встрече. Помимо этого, конечно же, особое внимание было уделено проблеме роли отца и матери в воспитании, биоэтическом воспитании детей. Вот. Ну, вот основное то, что я хотел сказать. Обязательно. И они нужны не только на уровне приходском, они должны быть действительно, церковь в данном случае выступает таким духовным катализатором и для государства, и для общества, и для медицинского сообщества, и для правового сообщества, чтобы эта проблема не просто обсуждалась, а на основании ее уже принимались решения, которые будут способствовать общему благу нашего государства.